Всем привет и добро пожаловать! И сегодня я бы хотел посвятить видео розочкам. Какие у нас есть и какие я застал, какие не застал. Но вроде бы застал все, какие можно было найти. И нашел их. Конкретно каждое дечко как найти, в принципе, могу подсказать. Погнали! Роза ЗПА. Стандартная розочка, которая стоит 480 ПА очков и доступна только владельцам ПА или у кого остались очки ПА. Имеет показатели, как видите, бонус к ХП, МПЦП плюс 30%, защиту увеличивает на 30%, также увеличивает атаку на 10% физическую и магическую на 20%. Но при этом по остальным показателям, ребят, она не особо-то и хороша. Ну и висит 30 минут. При этом, за 5 минут пройденного в игре времени, и как у вас персонаж находится в игре, вы копите всего лишь 10 очков. Так что много времени уходит, чтобы одну розочку купить. Поехали дальше. На акциях, которые были тогда с сундуками Фрей, там Снегурочка, вот это, Снеговик, и так далее, новогодние в общем. Палочки. Кто вспомнит, вот. Акцию опять же провели с этим всем, но чуть без палочек. Вот. Что у нас получается? Можно было достать, купив за 25 рублей одну штуку, получается, из которой 100% падает смертельное искушение Фреи. Или сундуком, но сумму я сейчас не вспомню точно. Вот 1000 с копейками за 100 штук они просили. Ну, вот такая суть. Можно было 100 штук этих розочек достать. При этом, по свойствам, она идет даже лучше, чем, в принципе, и многие. По той простой причине. Добавка ХП, МПЦП 30%, физмаг-защита 30%, скорость плюс 20%. Она топовая почти что. Дальше. Физмаг-атака увеличивается одинаково, как с обычной розой. Но при этом минус 15% расход маны на умение, что немаловажно. Висит полчаса. Смотрим дальше. Магия Джун. Опять же, это аукционный товарищ, который нам вводят, как нынче в прокачке вот это ввели, так же и до этого вводили тоже. Вводили отдельно, вводили под акцией. Акции, ивенты, как удобно. Но при этом, что он дает? Он дает небольшую совсем прибавку к ХП, МПЦП всего лишь 10%, к защите тоже всего лишь 10%, но при этом скорость плюс 10%. Мелочь, как говорится, да маленько. Но физмаг атака увеличивается получше, то есть вместо 10% 20% физической и вместо 20% 30% магической. Расход по мане, конечно, не особо великий. 10% заставляет. Но при этом дополнительно добавляет точность. Скорость атаки плюс 10%. 100 единиц к атаке стихии висит полчаса и при этом добавляет нам плюс 10% опыта СП. Что немаловажно. Чудесный ветер Артей. Который доступен в основном как старо, также его покупают барыги и перепродают. Старо, как вы понимаете, это 50 рублей за вот эту одну штучку вы отдаете. В случае неудачи. Если, конечно, она повезет, то приравнивается к 50 рублям. А так она приравнивается не столь дорого. 16 или 20, по-моему. При этом, добавка такая же, как у обычной розочки идет. По ХП, МПЦП аналогично все, по защитам аналогично. Но при этом скорость не добавляет уже. Также добавляет нам атаку и защиту. Ой, атаку как физическую, так и магическую. 10-20 соотношение. Не снижает расходов маны на умение, но при этом уменьшает время перезарядки умений на 10%. То есть, грубо говоря,
10% это от от чего взять, допустим? От минут это минус 6 секунд. В принципе, неплохо, по мне. И при этом такая особенность, что боевых способностей как таковых не дает, но дает плюс 20 к атрибуту ветра атаки и сопротивление атрибуту ветра. Висит она уже час, но при этом добавок по опыту нету. Следующий пункт. Запредельное искушение. Это старая такая розочка, которая появилась еще на грации финал, по-моему. Насколько я помню этот момент. Но это не суть важна. Сейчас ее почти что достать нереально. Потому что купон с улучшением розы хрен найдешь. Но если найдете, то молодцы. Если сохранился, еще лучше. При этом на одно использование этой розочки уходит 10 эссенций, которые стоят в магазине по 9 рублей. Баф висит 20 минут, КД 40. Вот. При этом свойства примерно аналогичные с розой Фрей, которая смертельные искушения Фрей. Но при этом висит на 10 минут меньше и не дает повышения скорости. То есть 30-30-30-30, скорость нету, 10-20-15. Все такой же процент. Эликсир покровителя. Тоже рецепт, который сейчас не достанешь, он был 12 уровня. И сдавался он таким образом, как... Сейчас он негде достать, но для этого надо, получается, 2000 мистических растворов, 190 штук крови феникса и 80 эр-кристаллов. Создается 2 штуки, по затратам маны это 254. То есть те, кто крафтят, на белом коне впереди планеты всей. Вот. Висит полчаса, при этом эффект простой розочки, только без увеличения атаки. Надо для выживания? Пожалуйста. Стоит они дешево, по 4 с копейками миллиона. Пожалуйста. Кто хочет, покупайте. И свиток призыва фомоны. Он был в ивенте с этими... С Данди, там, когда большая охота называлась, это событие. Нафармил много монет, скинул на одного персонажа, получил эти свитки. Но при этом было ограниченное количество, но... Этот свиток достаточно интересный, по той простой причине, что... Давайте посмотрим. ХП, МП, ЦП плюс 30%. Физмаг, защита плюс 30%. Скорость плюс 20, сила атаки плюс 10%, сила магической атаки плюс 20%, снижение расходов маны на 15% на умение, висит полчаса, но при этом повышение по опыту идет, чисто по опыту на 10%. Вот такие вот розочки я, по крайней мере, застал. Что смог найти, то нашел. Надеюсь, для вас эта информация была ценна. Давайте теперь посмотрим. В целом, смотрите. Это рост запа доступно только для владельцев премиум аккаунта. Не то, если вы долго продержитесь персонажем онлайне. Дальше. Смертельное искушение. Покупается за реал, но продается за адену. Джун, можно его хранить, конечно, сколько угодно. Так, но при этом наступил он по акции, которые у нас проводятся только в игровом магазине. Или по ивентам его один раз бесплатно дали. А так, дальше он был только по акциям. Чудесный ветер Артей. Достается он стару, покупается в барыг, перепродается за демо. Дальше.
Запредельные искушения. Казалось бы, все вроде бы хорошо, но при этом этот квест, у кого сохранился, те молодцы. Но одно но. Одно но. Заряд стоит реальные деньги. И если у кого остался билет, ты его не использовал тогда, тот молодец. И кто его использует, то те красавцы просто, потому что обеспечивают группу вот розочкой. Как вы видите, достаточно хорошего уровня. Лучше, чем обычная роза. За пачки. Так что для группы такого человека иметь это очень ценно. Жалко только долго это. Перезарядка. Эликсир он крафтится, ребят. В принципе, и надо, допустим, посрочно куда-то отходить. Пожалуйста, бери. Свиток призыва, ивентовый, раритетный, но хорошая плюшка. Больше его сейчас нигде не достать. И передать нельзя, к сожалению. Коротко говоря, так, надеюсь, я все-таки для вас все было интересно. Подвел итоги. Увидимся. До следующих встреч. Пока-пока.